Первоуральске решился вопрос о заключении под стражу подозреваемого в серии краж. По версии следствия, он выносил вещи из квартир, несмотря на присутствие хозяев. Как рассказали в полицию, мужчину удалось задержать по горячим следам. С подробностями этого громкого дела Дмитрий Коньков. Для избрания меры пресечения в зал суда Евгения Кириллова доставил конвой. За решеткой мужчина оказывается не впервые. Из колонии, где отбывал 3 года за 8 квартирных краж, он освободился лишь год назад. На вопрос, почему снова попал в поле зрения полиции, не отвечает. Серия квартирных краж произошла в нашем городе на прошлой неделе. Ночью неизвестный заходил в подъезды домов и похищал из незапертых квартир сумки с деньгами, документами и одежду. На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина в перчатках проверяет двери. А вот что по этому поводу в соцсетях рассказывают потерпевшие. По ночам ходят домушники и проверяют, закрыта ли дверь квартиры. Если нет, заходят тихо и берут сумки, так как в них обычно находится самое необходимое – деньги, кошелек, карточки. С нами случилась такая беда, мы забыли запереть двери на ночь. Последняя такая кража произошла вечером 2 ноября на улице Емлина. О пропаже вещей хозяева сразу сообщили в дежурную часть. На след злоумышленника полицейских вывела служебная собака. На проспекте Космонавтов подозреваемого удалось настичь, но в последний момент тот укрылся в подъезде. Сотрудник полиции гнался за ним, требовал остановиться. Данное лицо было заснято в квартире своей, которую он снимает. Мы про него требовали открыть квартиру. Он не открывался, пока не приехала хозяйка и дверь не была открыта. Потерпевшие опознали Евгения Кириллова, и он был задержан. При осмотре его жилища вещей, пропавших из квартиры на Емлина, не обнаружили. Зато нашли много других предметов. Они, как предполагают полицейские, являются добычей из других краж. Об обыске нам рассказали соседи подозреваемого, которых полицейские пригласили в качестве понятых. Было что там, куртки там всякие, сережки, цепочки, и обувь там всякая разная, ну. Что попало под руки, шкатулки там, монеты эти, юбилейные там, всякие 82 штуки. Задержание Евгения Кириллова для соседей стало настоящим шоком. Ничего плохого о мужчине они сказать не могут. Работал токарем и всегда был вежлив. У меня огород, вот начались огурцы, начались помидоры. Начала таскать с огорода. Если попадали так, что я приехала где-то часов 7-8, он мне помогал сумки до сюда донести. Защита просила суд не заключать подозреваемого под стражу, так как при нем не было похищенных вещей. Но аргументы следствия оказались более убедительными. В итоге суд постановил заключить Евгения Кириллова под стражу на 2 месяца. За это время следствию необходимо собрать доказательства его вины. Дмитрий Коньков, Денис Крамцов, Евгений Шилов. Новости Первоуральск.